Вечером 17 ноября на территории Ивановской области в Комсомольском районе на берегу Маркушского водохранилища потерпел крушение частный вертолет Ми-2. Из-за отсутствия подъездных путей к месту происшествия сотрудники МЧС добрались лишь несколько часов спустя. Группе из 8 человек, спасателей и врачей, пришлось идти к вертолету пешком. В результате данного происшествия погибло 2 человека. Пилот, мужчина 1974 года рождения, житель Ярославской области, и пассажир, мужчина 1977 года рождения, житель Московской области. Предположительно, вертолет, принадлежащий частному лицу, вылетел из населенного пункта Глебовска Ярославской области. Маршрут следования воздушного судна в настоящее время устанавливается.